Ну вот, наконец-то попала я в лифт, еду. Я работаю в коммерческом центре. И те охранники, которые чуть-чуть просыпают на работу, открывают его позже. Ну, сейчас я вам все покажу. Это Генуя. Большой коммерческий центр, который называется Фьюмара. И я здесь работаю баристом. Ну, так вот каждое утро я хожу на работу. Я для чего хочу вам снять это видео, чтобы показать, что мы с вами коллеги по цеху. Все витрины пока закрыты. Наш центр открывается в 9 утра. Но так как у меня очень много работы на кухне, я производитель итальянского мороженого. Плюс надо приготовить круассаны, пиццы, ну и все такое прочее. Вот, вот это наш бар. Сейчас я открою, потом вам покажу. Ну вот, я на работе. Это моя кухня. Сейчас покажу вам свое мороженое. Вот так вот это выглядит. Шоколадная. Вот там внутри тоже еще есть. Вчера я была выходная, поэтому сегодня надо все это наполнить, помыть, переделать. Потому что мои коллеги по цеху мне этого не делают. Осталась у меня всего одна пицца, а мне их надо 5-6, так что сейчас займусь, буду готовить. Пойду сейчас выпью чашечку кофе, взбодрюсь. Это наша раздевалка там. И выход в зал. Ну, вот такой бар. Вот. И наша кофейная машина. Чашечки, стаканчики. Апельсинчики делаем, апельсиновый свежевыжатый сок. Булочки разогреваем здесь. Ну и здесь наши витрины. Это витрина для мороженого. Сейчас я ее включу, потому что она помытая с вечера стоит. Ждет. Ну и в общем вот так вот. Все, заканчиваю, выпью кофе. А эта машинка крутится горячий шоколад. Вот так вот, который я тоже готовлю сама, кстати. Пока-пока. Еще раз всем привет. Сейчас замешиваю тесто на пиццу. Сейчас я вам покажу. У меня такой фасад. И сейчас буду делать мороженое. И брошу выпекать круассаны. Потом готовую продукцию всю вам покажу. Аллочка, сейчас я для вас сделаю капучино. Понятно, что камера не передает, к сожалению. Это молоко, которое я сделала такую пенку красивую. Не передает запаха кофе, к сожалению, камера. Ну ничего. Вот. И сейчас мы вот так вот раз. Иду. Ну как? Приятного аппетита. Итак, пицца печется. Сейчас мы ее чуть-чуть повернем. Это белая. Называется фокаччо аль формаджо. И красная. Так как духовка неравномерно печет, мы ее поворачиваем. Сейчас вы скажете, что это там гудит? А это вот мороженое делается. Алано чола.
фундук. Когда будет готово, я вам покажу. Сейчас пока минус 2, должно дойти до минус 6 градусов, и оно будет готово. Так, первое мороженое готово. Ночола или орех фундук. И сейчас пойдет следом фисташковое. А потом сделаю нутеллу. Все, пока-пока. Так, готово фисташковое мороженое. И сейчас в машину пойдет нутелла. Два ингредиента. Нутелла с молоком. И такая у нас база мороженого. Мороженого типа нашего пломбира. Потом покажу, что получится. Мороженое нутелла готово. Как раз открылся коммерческий центр, 9 утра. Перехожу с кухни в зал обслуживать клиентов. Сейчас я вам покажу свою коллегу. Я ее так, втихаря. Мишка! Дими! Дими, чао! Дай! Чао, чао! Così vai a finire in Russia? No! Sì? No, no! Забыла показать самое главное. Привет всем, кто меня смотрит. Аллочка, это я снимаю для вас. Я забыла вам показать свою витрину. Она довольно-таки большая. Так что каждый день есть над чем работать. Ой, на этом заканчиваем.